Всем привет, с вами Светлана, и сегодня мы посмотрим мой заказ по восьмому каталогу, уже второй заказ, Faberlic. И давайте начнем с краски. Было много вопросов по поводу того, чем я крашу волосы. Вот моя краска, я нашла свой оттенок, это Faberlic Expert Color, оттенок 8.1. Вот буквально 2 часа назад я покрасила волосы, и вот так это выглядит на голове. Сейчас покажу вам поближе. Что хочу сказать, я раньше такими оттенками пепельно-русый пользовалась других марок красками, L'Oréal, которая стоит 500-600 рублей и так далее. Лучше этой краски нет. Во-первых, L'Oréal не брала мои корни, темно-русые, почти черные, они были ярко-желтыми. Сейчас, как вы видите, у меня однородный цвет волос, волосы блестящие, волосы мягкие и выглядит просто потрясающе. За что еще люблю эту краску? Она практически не вымывается. То есть при последующей помывке головы вы не видите, что с ваших волос стекает краска. Это просто супер. Внутри находится вот такой вот баллончик с окислителем. Вот краска сама, я уже ее использовала. И бальзам. Бальзам здесь тоже потрясающий. После него необыкновенно мягкие волосы. Как бы легкий такой эффект ламинирования. Они не пушатся. Очень классный бальзам. Вот знала бы, что здесь внутри, купила бы такой отдельно себе большой. Так, что еще про эту краску? Ну, в принципе, все, она просто супер. Стоит она где-то 139-149 рублей. И она гораздо лучше дорогих люксовых красок, которые я пробовала. 8.1 это светлый блондин пепельный. Только смотрите, вот на коробке какой цвет, вот какой цвет у меня на волосах. Но у меня изначально они были не обесцвечены полностью, то есть они были светлые, но не прям вот обесцвечены. Поэтому вот такой вот цвет, он мне очень нравится. Благородный, натуральный, потрясающий цвет. Так, дальше у меня в заказике вот такой мист для тела. Это Fleur de Provence мист для тела, апельсин и ваниль. Так, я пропустила артикул краски, сейчас я вам скажу. Хотя, есть артикул 180-43. Артикул миста у нас 83-87. Я еще не брала эту серию апельсин и ваниль, очень хотелось попробовать. Пахнет обалденно. Даже вот апельсин плюс ваниль получается, наверное, мандарин. Но на лето, мне кажется, это вообще классно. Я полюбила в последнее время мисты от Faberlic, потому что не всегда есть время намазаться там после душа кремом, маслом и так далее. А выходишь после душа и на мокрое тело распыряешь мист, и тело у тебя увлажненное, кожа сверкающая, сияющая. Поэтому это очень удобно, особенно на лето. Советую вам присмотреться. Цены тоже очень бюджетные. Так, дальше у меня серия «Лето» в линейке, так как мы скоро отправляемся на море. Я взяла себе и всей семье, в принципе, масло-спрей для загара SPF 6, артикул его 21-16. Масло-спрей, вот давайте посмотрим, как это все выглядит. А, ну это прям жидкое маслице, да, оно такое вот в трубочке еще есть, желтенькое. Запах еле-еле уловимый, такой вот. Знаете, похож на запах детского крема с собачками такой, который. Ну, попробую после моря, расскажу. Так, и SPF 30, так как у меня муж с ребенком всегда сгорают, обязательно. В первые дни мы будем пользоваться вот этим средством. Это молочко для тела солнцезащитное. Я бы взяла и SPF 50, но не было уже. Артикул 21-28. Молочко. Так, вот как оно выглядит. Сейчас нанесем на руку, посмотрим. Ну, прям классическое молочко солнцезащитное. Вот как оно выглядит. Распределяется хорошо. Кстати, смотрите, никакого белого следа не оставляет. Пахнет так же, как и масло. И, в принципе, вы знаете, ни липкости, ни жирной пленки, ничего абсолютно нет. То есть вот даже сейчас выходить на улицу и покрывать свое лицо вот таким вот молочком вполне можно. Здорово. Я думала, вот будет все-таки как от таких средств какая-то пленочка или еще что-то. Нет, хорошее увлажнение и питание, но не более. Такого вот парникового эффекта и плотности это молочко не создает, не вызывает. Еще у меня в заказе вот такие вот восковые полосочки с алоэ вера для депиляции лица и зоны бикини.
Вот так они выглядят. Здесь, значит, 8 умножить на 2. Гладкая кожа до 4 недель. Я никогда не брала восковые полоски Фаберлик. Если вы брали, напишите, пожалуйста, понравились ли, стоит ли их брать, стоят ли они своих денег. Так, артикул. Даже не знаю, где вам его найти. А вот 22,87. Это у меня заказали, поэтому тоже буду спрашивать отзывы. Очень интересно, как они себя поведут. И также на заказ у меня две пасты. Фаберлик «Сила минералов» и «Мягкое отбеливание». Вот так они выглядят. «Мягкое отбеливание» у нас артикул 22,46 и «Сила минералов» 22,47. Они были по хорошей акции, по 79 рублей каждая. Здесь приличный объем, 75 миллилитров. Многие любят эти пасты, я не пробовала ни разу, потому что я нашла свою пасту в серии «Эксперт». Total Repair, восстановление эмали. И даже не хочу пробовать ничего другого. Такие вот пасты. И также на заказик у меня был вот такой вот дезодорант парфюмированный Incognito. Так он выглядит. Они тоже там что-то были, по-моему, рублей по 90, что ли. Артикул 3508. Люблю такие парфюмированные дезодоранты Фаберлик. Они усиливают действие туалетной воды. Мы с клиенткой долго выбирали, какой же подобрать аромат, потому что там были представлены все сладкие, только вот Incognito более-менее не такой приторный сладкий. Вообще этот аромат мне очень нравится, у меня многие его берут, поэтому кто не пробовал, попробуйте хотя бы вот в дезодоранте, чтобы оценить по достоинству этот шикарный аромат. Для себя... У меня вот такой вот шампунь «Умный кератин», шампунь, восстанавливающий для поврежденных волос. Я буду пробовать его впервые. До этого у меня была уплотняющая серия, но так как мои волосы сильно повреждены, и я не боюсь уже сейчас утяжеления волос, я хочу попробовать вот эту линейку. Многие говорят, что утяжеляют, но мне сейчас это вообще не страшно, потому что они у меня пушатся, они у меня сухие. Буду пробовать и обязательно оставлю вам свой отзыв, как повел себя шампунь. Артикул его 82,60. Я тоже взяла его по купончику, потому что так это довольно небюджетная линейка Salon Care. Повторяю покупочку вот такого прекрасного репейного масла для волос. Оно у нас с перцем. Здесь репейник, красный перец. Объем здесь, по-моему, 100 мл, 90, даже 90 мл. И артикул его 12,31. Мне очень нравится это масло. Оно прям пахнет жгучим перцем. Я по прядям разделяю и наношу на кожу головы. Немножко втираю. Иногда одеваю шапочку, иногда нет. Но единственный нюанс, обязательно делайте это все на мокрые волосы. То есть предварительно немножко намочите их водой. Тогда эффект жжения и, как бы сказать, действие этого масла, оно усиливается. На сухих волосах почему-то оно работает не так. Я вообще иногда даже не чувствую жжения. Больше не экспериментирую, всегда делаю на мокрые. Эффект действительно есть, волосы растут. У меня за месяц сантиметра 3 отрастает точно. Советую такое маслице. Цена у него тоже бывает иногда очень бюджетная. 100 с небольшим рублей. Для хорошего средства это вовсе и не цена. Так, дальше пришел мой любимый карандашик для бровей. Я уже много вам про него рассказывала и не устаю им восхищаться. Он очень классный, он очень удобный, он очень хороший. И у него очень огромный минус. Он очень быстро кончается, очень-очень. Его там не то чтобы мало, его нормально, но у него очень тонкий грифель. Из-за этого расход его увеличивается в десятки раз. Но он реально крутой. Лучше его ничто не прокрашивает брови и цвета тоже. У меня артикул 55-62. Я взяла, по-моему, на этот раз не самый светлый. Смотрите, какой грифель. Он тонюсенький. Я вам сейчас сделаю свотч. Коричневый, без рыжеты. Вот такой вот коричневый цвет. В принципе, под мои брови как раз. По купончикам его очень выгодно тоже сейчас брать. Здесь очень удобная тоже кисточка. Она прекрасно прокрашивает брови, прочесывает точнее. Еще один такой лайфхак, который я использую. Я прокрашиваю брови, затем наношу на эту кисточку лак для волос и ей задаю нужную форму. И они держатся тогда весь день так, как надо вам.
Кто не пробовал этот карандаш, советую хотя бы один раз попробовать. Вам будет с чем сравнить. Он реально крутой. На серию Ультра я подсела, потому что сейчас лето. И хочется, чтобы кожа не блестела, была матированная. У меня она комбинированная, а летом так вообще, наверное, ближе к жирной. Часа два, наверное, и кожа все опять жирная, блестит, и нужно что-то использовать. Я купила три средства. У меня есть крем из этой серии и еще вот такие три средства. Первое. Мицеллярная вода матирующая для жирной и проблемной кожи. Снимает макияж, удаляет загрязнение, матирует. Масло Мануки. Артикул 0888. Объем здесь 100 мл. Она сама не синенькая, я ее уже попробовала. Это просто такой флакончик. Попробовала. Матирует. Но не так, как, допустим, крем из серии «Кислородный баланс». Из серии Axiology. Вот он мне тоже матирует лицо очень хорошо. И часа на два, правда, мне хватает. Поэтому вот хочется чего-нибудь еще, какую-нибудь водичку с собой там носить, брать. Или в течение дня протирать. Или вот такие влажные салфеточки. В общем, матирующая мицеллярная вода справляется со своей задачей слегка. То есть она слегка убирает жирный блеск. Не сушит кожу. И вот насколько хватит, пока не могу сказать, потому что 2 часа попробовала назад ее. Потом много-много готовила на кухне, и опять лицо у меня было блестящее очень сильно, и решила попробовать тоник уже. Это тоник, матирующий для жирной проблемной кожи, регулирует выработку кожного сала, снимает раздражение и покраснение, смягчает и освежает кожу. Тоже масло Мануки, плюс здесь еще салициловая кислота. 200 мл здесь уже и артикул 0881. Избавляет от черных точек, сокращает поры, устраняет прыщи и жирный блеск. И вот где-то, наверное, минут 20 назад я нанесла вот этот вот тоник на кожу. И сначала вообще ничего не произошло. Лицо как блестело, так и блестело. Я думаю, ну вообще супер. Даже вот мицеллярка справилась гораздо лучше с поставленной задачей. Но сейчас вот прошло уже минут 20-30, и я смотрю, что кожа действительно цвет выровнялся. Она более или менее матированная. Не ожидайте, конечно, такого эффекта, что она прям будет матовая. Не будет такого от этих средств, это я вам гарантирую. Но вот, тем не менее, у меня на коже только этот тоник, никаких больше средств нету, и кожа выглядит вполне себе достойно. Поэтому тоник и мицеллярную водичку могу рекомендовать на лето. Мне кажется, на лето эта серия вообще идеально подходит. Мицеллярные салфетки, точнее влажные матирующие салфетки для лица я еще не пробовала. Сейчас мы попробуем с вами их вместе. Против жирного блеска. Здесь 15 штук. Очищают кожу, надолго освежают и не сушат. Масло Мануки тоже здесь есть. Артикул салфеток 0878. Вот такие они, кстати, большие. Довольно-таки. Пахнут освежающе, приятно. Сейчас мы с вами попробуем. Возьму зеркало, не в камеру, плохо видно. Пройтись ими по лицу. Хотя у меня же, в принципе, кожа матированная после тоника. Но вот так взять на прогулку, или если вы собираетесь куда-то на какое-то празднество, торжество, за город, и не хотите, чтобы ваша кожа блестела, да и тональниками ее забивать летом ни к чему, и пудрами, то это выход. Ну что хочу сказать. В принципе, они здорово освежают. И матируют. Вот я смотрю, где я сначала протирала, у меня здесь вот пропал жирный блеск, и кожа становится такой более как бы матированной. Но насчет пор, сужает, не сужает, не могу пока сказать. Я буду тестить эти продукты, и потом обязательно в пустых баночках или в уходовой косметике расскажу вам, как они работают на лице, насколько хватает устранение жирного блеска. Ну и на этом все. Вот такой вот у меня был заказик по 8-му каталогу Faberlic. Спасибо, что были со мной. Спасибо за просмотр. Если понравилось видео, обязательно ставьте лайк и пишите комментарии. Я всегда им очень радуюсь и жду от вас комментариев. Нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. И подписывайтесь на мой канал. С вами была Светлана. Всем пока-пока.